что-то беспокойна эта девушка, вся полна никчемной суеты. У меня такое ощущение, что у этой девушки глисты. Ежели ученые беседуют, норовит она вернуть словцо. Видно, съела с пищей растительной девушка гельминтное яйцо. Ежели поспорить любит девушка, проявляет философский зуд, это значит, что животик девушки изнутри вредители грызут. Ежели своим опломбом девушка умным людям затыкает рты, то опломб есть верное свидетельство, что у этой девушки глисты. Можно ей, конечно, посоветовать пить настой полынный натощак, но тебе докажет быстро девушка, что полынь фигня, ты дурак. Потому спасти сумеет девушку только неотесанный мужлан, ежели с загадочным молчанием он ее повалит на диван. Пусть он любит девушку отчаянно, словно норовя огонь добыть, и глисты почувствуют неладное и начнут наружу выходить. Ведь не может жить в таких условиях ни один нормальный паразит, ежели все время в стенку бухают и паленым голосом бразит.